По многочисленным просьбам, ярмарка шуб-фабрики города Пятигорска продлевается с 25 по 30 марта. В продаже все меха, а также дубленки по самым низким ценам. Рассрочка платежа до 3 лет без первоначального взноса и только по паспорту. Акция «Меняем старую шубу на новую». Спешите, время выгодных покупок. Адрес: торговый центр «Радуга», улица Советская, 36, с 10 до 19 часов. Продается двухкомнатная квартира на 5-м этаже площадью 52,3 квадратных метра в доме номер 33 по улице Пионерской. Цена 1 миллион 200 тысяч рублей. Звоните по телефону 8-912-131-50-77. В городском объединении «Досуг» состоится 23-й открытый муниципальный конкурс хореографического творчества «Танцующие звездочки». 31 марта конкурсный выступление, начало в 15 часов, цена билета 200 рублей. 1 апреля – гала-концерт, победители и участников конкурса, начало в 15 часов, цена билета 250 рублей. Телефон кассы 727-85. Уважаемые жители города Печоры и Печорского района, ритуальный дом «Вечность» открыл для вашего удобства филиал в поселке Кожва по улице Советская, дом 10А, в здании Ростелекома. Предоставлен полный спектр услуг: автокатафалк, оформление документов, зал прощаний, консультации по телефону 4900. Ритуальный дом «Вечность», Печора, улица Набережная, 36А, и поселок Кожва, улица Советская, 10А, здание Ростелекома. Пристраивается персидская кошка в добрые руки. В связи с отъездом звоните по телефону 8-912-156-06-56. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в Центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 356-90. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.